Коллеги, да. Сюда. Коллеги, добрый день. Спасибо большое, что вы нашли время и присоединились сегодня к нашему вебинару. Я надеюсь, нас слышно. Пожалуйста, поставьте отметочки, видно нас и слышно. Да, пока вот наших коллег из Турции можно, наверное, удалить. Да, они попозже к нам присоединятся. Коллеги, сегодня компания вместе с Аидой, представителей турецкой компании. Аида, как называется ваша компания? Ачвуд. Ачвуд. А сегодня мы представим вам удивительное направление в Адоке. Коллеги, можно удалить пока турецкую сторону? Вы меня слышите? Да, вот, спасибо большое. Отлично. Две минуты хочу уделить компании нашей, которая произвела ребрендинг. Кто-то из вас уже плотно с нами сотрудничает. И сегодня мы работаем вот под таким брендбуком, поэтому встречайте новый обновленный и сайт наш, и наш логотип компании. Вот, Аида, скажите, пожалуйста, почему мы именно сегодня выбрали такое направление для вебинара, как Каппадокия? Ну, Каппадокия – это очень интересное место в Турции, регион в Турции. Я только недавно вернулась из Каппадокии, я просто в восторге, честно говоря, в полном восторге. И хочу поделиться этим восторгом с вами, своими эмоциями, своими впечатлениями. Это на самом деле как будто бы побывать на другой планете. Прекрасно. Да. А скажите, пожалуйста, Каппадокия, она находится на море, это морской курорт или в глубине континента? Нет, Каппадокия находится в глубине континента. Я как раз подготовила слайд с картой Турции, где я покажу, где именно находится Каппадокия. Это средняя часть Турции. Потому что туристы иногда задают этот вопрос, что мы хотим отдохнуть на море, но мы слышали такое удивительное место Каппадокия. Сегодня мы более плотно, Аида познакомит вас, зачем мы едем в Каппадокию. И Турция для нас – это не только море, это удивительные объекты культурного наследия, богатые истории, с которыми сегодня Аида нас познакомит. Да. Аида, еще такой момент. Недавно землетрясение было в Турции. Это тоже очень беспокоит наших клиентов. Скажите, пожалуйста, в средствах массовой информации мы встречаем сведения, что Каппадокия якобы тоже пострадала, и что этот регион сегодня опасный для посещения. Но это миф, который надо развеять, потому что на самом деле, опять же, на карте я вам покажу, где находится именно Каппадокия, и вы увидите, что это центральная часть Турции, где нет сейсмических зон. То есть даже вы можете погуглить и посмотреть, сейсмически опасна ли эта территория или нет, где как раз-таки вы найдете информацию о том, что она вне сейсмической зоны. Прекрасно. И на самом деле, коллеги, мы эту тему решили вам сегодня рассказать по одной простой причине, что в этот регион будет подниматься чартерный рейс, да, планируют наши турецкие коллеги. Вот, и поэтому мы в этом свете хотели бы рассказать об этом направлении более подробно. И Аида вас сегодня посвятит этому ваше внимание, этому удивительному путешествию в мир Каппадокии. Да. Присоединяйтесь к нашему вебинару, слушайте. Да, я буду рядом. Спасибо, Валерия. Смотрите, давайте начнем вот именно с моих эмоций. На самом деле я под большим впечатлением. Я не первый раз была в Каппадокии. Но каждый раз, когда бываешь в Каппадокии, все равно удивляешься и кажется, ну как такое возможно, как природа может создавать такие интересные, просто уникальные по своей красоте формы. То есть это надо увидеть, это
не передать словами, это не описать. Это можно посмотреть на видео, на фотографиях, но, естественно, когда вы сами своими глазами видите это чудо природы, у вас появляются просто незабываемые впечатления и незабываемые, конечно же, эмоции, и потом уже будете просто передавать и рассказывать, где вы были и что вы видели, с полным восторгом, с таким же, какой у меня был. Вот. Давайте начнем с... Немножко вас ознакомлю с программой. Программа Каппадокия. То есть у нас есть на 5 дней 4 ночи одна программа. Это в понедельник вылет в 3:30 утра и возврат и прилет Неф-Шехир в 8:10 утра. То есть слот такой очень удобный на самом деле, и получается у вас весь день, то есть у наших туристов весь день будет в Каппадокии. Полет составляет около 5 часов, 4:45 по времени, и получается, что да, весь день у них экскурсионный. 5 дней и 4 ночи, и вторая программа, она рассчитана на 4 дня и 3 ночи. Это вылет в пятницу и возврат в понедельник. Да? Нет, в воскресенье. Вот, так, и вот смотрите, наша программа будет совершаться на самолетах, вылеты будут совершаться на самолетах Red Wings авиакомпании на сухом джете. Эти самолеты рассчитаны от 80 до 100 человек, и там будут уточнены даты, когда программа стартует. Да, то есть у нас пока еще по программе у нас видно, как конец апреля, начало мая, начало программы, но опять же надо будет уточнять все эти моменты по поводу вылета. Да, скажите, на сайте Спектрума программа есть? Да, на сайте Спектрума уже есть программа, так что вы можете уже смотреть и отслеживать, когда начинается полетная программа, и уже начинать бронировать. Вот. Так что вот по поводу перелета и программы. Программа насыщенная. Программа очень интересная, что на 5 дней, что на 4 дня. То есть очень понравится всем, надеюсь. Так, давайте презентацию начнем. Так, коллеги, давайте запускать видео. Первое видео. Вот было короткое видео, которое как раз-таки показывает всю красоту. Вот, смотрите, это центральная часть, я показываю мышкой, где как раз-таки находится Каппадокия. И как раз-таки вот эта вот часть, она вне сейсмической зоны. То есть вы можете смело предлагать. Ну, конечно, все бывает, да. То есть я сейчас буду рассказывать о том, что это вне сейсмической зоны и все такое. Но мы не знаем, на что способна природа, поэтому... Но научные... показания и доказательства свидетельствуют тому, что центральная часть, она вне сейсмической зоны. Так что вы смело можете рекомендовать туристам туда ехать, лететь.
дымоходы фей. То есть почему я назвала этот слайд «Дымоходы фей», потому что вот эти вот образования природные, они как раз-таки похожи на дымоходы фей и переводятся с турецкого как «Дымоходы фей». Очень интересные образования. Каппадокия – это как раз-таки страна сказочных дымоходов. Окунуться в сказочную атмосферу Каппадокии с ее знаменитыми дымоходами фей, удивительными подземными городами, атмосферными пещерными отелями. Вас ждут невероятная там природа, уникальные исторические и культурное наследие, а также отличная кухня. Неудивительно, почему Каппадокия стала одним из обязательных мест для посещения множества со всего мира туристов. Вот, смотрите, немного подготовила вам истории, как образовались эти уникальные дымоходы фей. Мы сейчас вкратце увидим в этом ролике, и вы увидите, как природа просто уникальна в своем творении. Şu anda içinde bulunduğumuz ve adına Kapadokya dediğimiz bölge, yaklaşık 12 milyon yıl önce göllerle kaplıydı. Yeryüzü o zamanlar hayli hareketliydi ve şu anki yaşam formları da mevcut değildi. Zamanla yanardağlar harekete geçti ve volkanik patlamalar gerçekleşti. Volkanlardan çıkan sıcak küller göle doğru aktı, kaynaklandı, kaynadı, soğudu ve tüf olarak isimlendirilen kayaç haline geldi. Göl kuruduktan ve tüfler yüzeye çıktıktan sonra, ilk oluşumdaki soğuması sırasında tüflerde oluşan dik çatlaklar boyunca, zaman içinde akan yağmur ve kar sularının etkisiyle kayaçta ayrışma ve erozyon oluştu. Bu olaylar ve daha sonra kısmen etkili olan rüzgar, şu anki ismiyle peri bacalarını oluşturdu. İnsanoğlu bu doğayı keşfettikçe onun kolay işlenebildiğini, sert kayalar gibi olmadığını fark etti. Barınaklar daha kolay ve hızlı yapılabilir, aynı zamanda topraktan mahsul de alınabilirdi. Şimdiki Kapadokya'nın geçmişi bilinen tarihe göre yontma taş devrine kadar uzanır. Yazılı tarihi ise Asurlu tacirlerin Kayseri'de ticari koloni kurmasıyla başlar. Hititler, Frigyalılar, Helenler, Persler, Romalılar ve Hristiyan kavimler, Selçuklular ve Osmanlılar bölgede yaşam sürerler. Tarihi çağlarda Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Aksaray ve Kayseri illerini içine alan bölge Kapadokya olarak anılırdı. Kayalık Kapadokya ise daha dar. Uçhisar, Göreme, Avanos, Ürgüp, Derinkuyu, Kaymaklı, Ihlara gibi turistik yerleri içerir ve dünyanın her tarafından milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapar. Красота. Каппадокия состоит из четырех регионов. Это Гереме, Учхисар, потом Ургюб и Ортахисар. Мы посмотрим сейчас в каждом регионе отели, небольшое количество. Не все отели я, конечно, вам не буду показывать и рассказывать про них. Основные отели, с которыми мы будем работать, есть базовые отели, в которых взяты номера как эксклюзивные отели. И с ними ознакомимся. Я немного расскажу вам о территории, о регионах, которые состоят, из которых состоит Каппадокия. Первое – это, например, Гереме. Так, сейчас, секундочку. Так, Гереме. Смотрите, Гереме – это просто вообще великолепное место.
которое включено в список всемирного наследия ЮНЕСКО и расположен в национальном парке Гёреме, в самом центре многочисленных долин, усеянных фантастическими скальными образованиями, прозванными, вот как раз-таки, про что я вам говорила, сказочными дымоходами или дымоходами фей. Вот, здешний ландшафт вот как раз и создавался миллионами лет в результате, вот на видео как раз-таки, видео показало, как создавался ландшафт Каппадокии из пепла и лавы. И вот Гёреме – это вообще потрясающее место. Отели находятся прямо вот в этих вот скалах и дымоходах практически. То есть вы выходите на территорию отеля, и никуда даже не ходить не надо. Все рядом с вами. То есть вот эти вот скалы и горы, вы прям в них упираетесь, вы на них смотрите со своего балкона, со своих террас. То есть это, конечно, волшебное состояние, я думаю, чтобы продлиться на всем, по всему времени вашего отдыха. Вот. То есть они живут в Гёреме, как в сказочной стране. Да, они живут, да, они живут в этих практически в пещерах, этих пещерах, номера пещеры. Прошу видео, коллеги. Вот вы видите, что отель как раз-таки и находится практически на территории вот этих вот сказочных дымоходов. И так, дальше слайды, коллеги, пожалуйста. Так, вот, смотрите. И получается, что практически никуда, то есть там все находится рядом. Вы захотели выйти в город, вы выходите практически из отеля в город. Практически все отели находятся в городе. Если вы захотели поехать на экскурсии, они тоже рядом, они недалеко. Все находится вообще в минут 10-15 езды в доступе. То есть все буквально рядышком. Давайте начнем с Оливия отеля. Это Оливия Кейв отель, он находится в Гёреме, и смотрите, отель практически в городе находится, но несмотря на это, на то, что он в городе находится, у него комнаты как пещеры, то есть у него комнаты, вы увидите следующий у нас, так, нет. Да, вот этот вот слайд, он как раз-таки показывает, что материал и отель сам, он как будто бы в пещере находишься, когда внутри отеля, да, находишься. Так, отель состоит из двух зданий, 17 номеров, в стандартном номере имеются камины, завтрак – это буфет, ужин и обед за дополнительную плату. Отель семейный, место нахождения в городе, красивый вид из отеля, с крыши открывается обзор на площадку, откуда поднимают шары. То есть это очень, вот в Гёреме отели, которые находятся, они все видят, как поднимают шары. Вот такие вот номера. Интересный отель. Если хотите в городе, то очень хороший вариант для туристов. Как мало номеров, то нужно бронировать заранее, да? Потому что в пик сезона, наверное, когда погода хорошая и шары постоянно взлетают, то, наверное, это огромной популярностью пользуется размещение в отеле. Да, да. Коллеги, вы можете бронировать отели не только в рамках экскурсионного тура, но также и отдельно, если гости, например, хотят самостоятельно приехать с побережья и остаться на 2-3 ночи в Гёреме, то, пожалуйста, вашему вниманию, для бронирования есть отели, в которых можно остановиться
проживать и заниматься воздухоплаванием, экскурсиями и так далее. Угу. Да, спасибо, Валерия. Так, мне пишут, задают вопросы, но я, наверное, сейчас не буду отвлекаться на вопросы, потом буду отвечать. Так, давайте дальше пойдем по слайдам. И еще один отель, очень хороший отель, с которым мы работаем, Алия Кейв отель. Кейв, это, знаете, переводится с английского как пещера, то есть там очень много отелей, вот именно пещерных, то есть номера практически... Вы находитесь, они расположены так и сделаны так, что вы себя ощущаете и чувствуете, как будто бы вы в настоящей пещере. В отеле 15 номеров, завтрак и ужин включены в стоимость, есть семейные, стандартные, делюкс, сюиты есть, есть номер для молодоженов с камином, джакузи. Почти во всех номерах есть камины. На дверях входных имеются сетки от комаров. То есть отели, у них некоторые моменты, они прям делают акцент на этом, что у нас, вот, например, есть сетки от комаров. Это, возможно, для некоторых очень даже важно. Вот, две террасы, откуда открываются просто захватывающие виды на взлетающие шары. Взлетающие шары. То есть есть площадки, откуда просто видно, как летают шары. Есть площадки в отелях, террасы, откуда видно, как взлетают шары. Я неспроста уточнила этот момент, потому что когда взлетают шары, это совсем другие эмоции и совсем другой вид. А когда шары просто пролетают мимо, это тоже, это совсем уже совсем другие впечатления, да. И шары пролетают настолько близко, что можно даже дотронуться рукой. То есть вот настолько близко, да, террасы. Пожать они... руку сидящим в корзине. Да, это правда, это на самом деле так. Я в этот раз, последний раз, к сожалению, не увидела шары. А в предыдущие разы я видела, поэтому я знаю, что это такое, и знаю, как эмоции какие испытывает человек, когда видит и вообще летает на шарах. Вот. И когда да, пролетает очень близко, что можно достать и дотянуться рукой, это, конечно, совсем по-другому ощущается. Вот. Вот так выглядят номера. Видите, да, что это несмотря как будто на то, бы что пещера. Это пещера очень уютно, комфортно да. и просторно. И вы видите, что большие номера, то есть они просторные, они не давят. Нет такого ощущения, что ты в каком-то замкнутом пространстве, и тебе плохо, и тебе надо срочно на воздух. Вот, вы видите, что они с окнами, просторные и достаточно комфортные. Это терраса, откуда как раз-таки и видно. В некоторых отелях несколько террас. То есть вы можете на одной террасе наблюдать и в то же время и выпить кофе или еще что-то. Задам вопрос, Айна. Да. Так как это отели, расположенные на террасах, а как с детьми здесь и, например, людям пожилого возраста? Не будет ли сложно подниматься в этот отель, спускаться из отеля? Опасно это, безопасно, сложно, несложно? Ну, конечно, для того, чтобы пожилых людей обслужить, надо все-таки выбирать отели, где меньше ступенек. С детьми нет проблем. С детьми там помогают и поднять коляску, и если они маленькие совсем. Если уже там, от 3 лет, mm-hmm. то они сами в состоянии подняться по ступенькам. И нет такого прям огромного количества ступенек. Mm-hmm. То есть это нормально, можно преодолеть там 15-10 ступенек. Mm-hmm. Да? То есть это вполне все выполнимо. Ну и так как это исторический город, да, то здесь дороги на нижнем уровне, поэтому не нужно рассчитывать, что машина доставит буквально до главного входа в отель. Есть отели, которые указывают, что мы подвозим прям к отелю. Да, автобус есть... подъезжает к отелю. Есть отели, которые говорят, что, к сожалению, мы встречаем вас вот...
в каком-то месте и помогают, да, с багажом. Да, конечно, обязательно помогают с багажом, то есть это даже да, поэтому, коллеги, не может возникать. Учитывайте, что это горная местность, и нужно учитывать вот эти вот нюансы при выборе отеля. Мы обязательно будем давать вам консультации в соответствии, каким составом ваши туристы отправляются в это удивительное путешествие. Да. Смотрите, отели, практически все бутики отеля, то есть они не имеют и звездности, поэтому практически все кейв отели и бутики отеля, то есть учитывайте вот это тоже, эти моменты. И категории отелей, категории номеров, в основном это сюиты. В некоторых отелях, я сама лично снимала эти фотографии и видео, которые вы видели до этого, два видео, это не мои видео, честно признаюсь, а некоторые видео, это мои, вот эти все фотографии, это мои фотографии, я их сама фотографировала, каждый отель я сама, в каждом отеле я сама была, видела, снимала и делюсь теперь с вами. Вот, так что категории практически всех фотографий номеров – это сюиты. Следующий отель, он тоже находится в городе, это Кайра Кейв Сюит. В отеле 10 номеров, завтрак включен, стоимость. Есть семейные стандартные номера. Шары пролетают близко. Но дело в том, что вот в этом отеле конкретно надо заранее бронировать или по запросу. Очень быстро разлетаются номера. Так как это всемирно известный, опять же повторяю, всемирно известный курорт, то есть туда едут со всего мира. Да, Гёремми. Да, вообще не только Гёремми. Все регионы очень популярны во всем мире. И вы знаете, многие знают, что едут туда специально, чтобы пофотографироваться. Да, то это инстаграмное место. Да, 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 это очень популярное место, особенно американцы очень любят это место, они любят фотографии, фотографироваться на фоне шаров. А шары только в Гёремми стартуют или есть еще другие точки локации? Другие, да, есть другие точки локации, но в основном основная площадка для старта – это Гёремми. Потому что долина фей здесь, да, и да, самые да. красивые да, пейзажные там места. Не только долина фей, там много долин, и голубая долина, и много разных долин, и самая близкая, ближайшая точка и закрыта от ветра, то есть оттуда очень удобно поднимать шары. Следующий отель – это Дорс Каппадокия, тоже хороший отель, вот, из него тоже очень хорошо видны шары. В отеле 20 номеров, завтрак включен, стоимость. Обращу ваше внимание, что обеда практически ни в одном отеле нет. Так как люди, все туристы находятся на экскурсиях в обеденное время и ужинать тоже предпочитают где-нибудь, то есть едут, например, посмотреть совсем другой регион. Там, из Гёремми можно поехать в тот же, там, не знаю, рядом совсем другие, которые регионы находятся, там Учхисар, например, можно поехать, добраться до него и там поужинать или пообедать, то есть поэтому отели не считают нужным предоставлять ужин и обед. Аида, а добраться – это как долго? Это такси, да, первое? Можно на такси, но, опять же, у нас есть свои экскурсии. Нет, а если, например, они хотят на ужин поехать куда-то? Да, конечно, на такси, а можно, если вы в другой совсем едете регион, ближайший, а можно просто в город спуститься. Или в город. Да, конечно, очень близко. Вот в Гёремми, например, все отели, опять же повторяюсь, расположены так, вы можете пешком дойти до ближайших ресторанов, погулять в городе и насладиться атмосферой городской. Вот. По поводу Дорс Каппадокия. В отеле 20 номеров, завтрак включен в стоимость. Есть семейные, стандартные, делюкс, сюиты, джуниор.
Junior номер со своей террасой. Виды очень впечатляют, шары пролетают мимо. Имеется винный погреб, бассейн, атмосферный отель и очень красивый. Я себе делала такие заметки. Если отель мне очень нравился, то я обязательно писала, что отель атмосферный, очень красивый, да, да, шары. Свои живые эмоции, ради да, чего да. стоит бронировать так именно это. Я думаю, что смысл вебинара, он именно в этом, чтобы передать свои эмоции и зарядить их наших коллег. Конечно. Вот, чтобы у них был стимул продавать Каппадокию. И я думаю, даже сомнений не останется после конечно, нашего вебинара. Конечно. Вот. А отель мне очень понравился. Вот еще слайды этого отеля. Вы можете сами увидеть. Это винный погреб. Вот. Номера есть двухуровневые. И также это сюит. Вот этот вот. Насколько это атмосфера отеля аутентичная, да? Да? Ты как будто да. вот в другой Турции да. живешь, да? Мы да. привыкли, коллеги, к турецким отелям, так вот с размахом, а здесь все такое, как будто царство гномов. Ну, на самом деле так и есть, да. на самом деле так очень и красиво. Есть. Да, очень красивые, вот видите, двухуровневые. Да. Но опять же, они очень... то есть не давят, то есть ты как будто бы в пещере, да. но в то же время ты себя не чувствуешь гномом на самом да. деле, что да. этот номер для гнома. Да. Он нас, он, вы видите, да, двухуровневые есть, они все просторные, да. 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 Следующий отель – это Дервиш Кейв. Отель, в отеле 20 номеров, завтрак включен в стоимость, есть семейные, стандартные, делюкс и сюиты. Есть номер для молодоженов с джакузи, аутентичный номер с голубятниками. Имеется, это очень интересный момент на самом деле, имеется терраса, откуда открываются потрясающие виды со всех сторон. То есть вы не с одной стороны видите, как поднимают шары. Вы сможете увидеть не только, как их поднимают, как они взлетают, еще есть террасы, где они приземляются. То есть все это можно увидеть вот с этого именно отеля, живя в этом отеле, вы увидите все, весь процесс. Да. Они вот из всех отелей видны, из некоторых весь видно, процесс, как, конечно, да? из некоторых видно, как они взлетают, из некоторых видно, как они летят, а вот из этого отеля именно видно весь процесс. То есть и вот такие вот моменты, вот такие вот тонкости тоже важны для продажи. Конечно. Каппадокии – это очень важный момент на самом деле. Вот, как я сказала, с голубятниками, а с голубятником, это на самом деле так, то есть в самом номере находятся места для голубей, вы увидите, я сейчас следующий слайд вам покажу. То есть они сюда прилетают и воркуют? Да, нет, это раньше они ворковали, а вот-вот, смотрите, как вот этот вот номер, да, да, вот этот номер, вот здесь вот, жили голуби, то есть они вили себе домики и жили здесь, спокойненько проживали. Да, то есть такое историческое уникальное. Да, да, да. Это на самом деле настоящая пещера. То есть это настоящая, это живая. Не, это не построенная пещера, это настоящая. И вы там сможете, ваши туристы смогут проживать. То есть видите, да, какая красота? Красота. Аутентичнее. Вот на самом деле прям... Да. Отель мне очень понравился. Дервиш... Дервиш отель очень понравился. А, потом. Есть, понимаете, такие отели, которые прям сразу своей атмосферой. Вот ты заходишь в отель, и тебя сразу прям вот это вот окутывает аутентичность и колорит местный, да. Ты можешь даже... ну, уже, знаете, вот, то есть вот это вот все поглощает. Конечно. И уже даже не хочется иногда и другое место тебе не нужно да, видеть. Да, то есть согласна. Вот на самом деле, ну, конечно, надо видеть, надо выходить и увидеть и другие атмосферы, атмосферу, которая царит в Каппадокии, но
отель настолько им поглощаешься, mm-hmm. что вот этими голубятниками, например, то есть в номере, это же впечатляет. Так, следующий отель – это Imperial Cave Suite. Он также имеет спа. Спа очень хорошая. Я спускалась в спа, видела, смотрела сама спа, и мне очень понравилось. Тоже очень хороший отель, но тоже очень понравился. В отеле 26 номеров, отель состоит из 3 зданий, завтрак включен в стоимость, ужин за дополнительную плату, есть семейные, стандартные, делюкс и сюиты. Есть номер Imperial для молодоженов с камином и джакузи. Королевский номер 65 метров. То есть, опять же, видите, да, какие большие номера. Это целая квартира большая. Да, и прям пришла мысль о том, что как скучно свадьба на Мальдивах, в отличие от Каппадокии, да, где можно, во-первых, окунуться вот в это историческое наследие, сделать просто шедевральные фотографии, да, символической свадьбы, проходя по улицам старого города. И еще плюс забраться в шар и лететь с фатой и со всем этим красивым убранством. Да? Это да, просто да, потрясающая идея. Да, Валерия, вы правы, так как несколько регионов, то есть, ну, Мальдивы – это, опять же, море, пляжный море. Море и, да, собственно, цветочная беседка, и все. Да. А здесь колорита много. Да, здесь очень много колорита, и вы не просто не устанете удивляться. Вот я говорю, надо на протяжении взять всего заметку отдыха и сделать свадебный пакет. Да, вот, да, мы, да, коллегам нашим предложим. Да. Комфорт номер 45 метров, тоже с камином и джакузи. Практически все отели делают камины. То есть вечерами, так как вечерами бывает прохладно, зажечь камин и посидеть около камина в собственном номере – это совсем это тоже романтика, другие ощущения, да, конечно. Это просто романтика. В такой пещере находишься, да, и еще и с камином, то есть это а еще с бокалом вина. Какое там звездное небо. Да, ну, небо, конечно, да. И вы знаете, потрясающий, вот я перескочила, извините меня, пока не забыла мысль, потрясающий климат. Угу. Потрясающий. Влажности нет. Несмотря на то, что вот я была, ну, я, в принципе, и зимой там была, влажность отсутствует. То есть вот ты себя очень комфортно чувствуешь. Ну, поэтому и туф сохраняется, он же, да, мягкий. Пористый, да, и да, он бы тогда просто сырым всегда был. А так как, да, сухой, да, климат, да, то это позволяет вот сохранять, да, все в таком состоянии отличном. Так. Здорово. Империал тоже очень красивый. Такой Империал очень отель. Красивый. Mm-hmm. Он террасы, откуда открываются, тоже потрясающие виды. И очень атмосферный отель. Вот опять Империал, Кейв, еще слайды. И, конечно, одного слайда очень мало, даже 2 слайдов очень мало, чтобы показать атмосферу отеля. Хотелось бы вас прям окунуть в эту атмосферу, но, к сожалению, времени мало и мало слайдов для того, чтобы... Ну, по максимуму я попыталась создать... Не передашь себе. Конечно, не передашь. Вот, опять же... Есть номера в Imperial, опять же, вот с голубятниками, то есть видите, какие номера большие. А какой красивый вид из окон ресторана. Да. Вся, да, долина. Обратите внимание. Это, да, просто потрясающе. Видите, опять же, какие большие, просторные все номера. Это двухуровневый. Вот, какие огромные. Так, и давайте дальше переходить к следующему региону. Это Учхисар. Учхисар с перевода. Коллеги, включите видео, пожалуйста. Учхисар в переводе с турецкого означает «внешняя цитадель». И... Пример. Така са били. Изгледен. Един пример. Нали, използват ги... Когда видео, не хочется говорить, хочется, да, чтобы наши коллеги все насладились этим пейзажем, увидели на самом деле, как это красиво.
Вот. Внешняя цитадель, как я сказала, расположена в 4 километрах от Гёреми на окраине национального парка. Это древний город. Вокруг основания огромной скалы, имеющей форму конуса. То есть древний город, он был расположен вокруг скалы. Холм Учхисар – это самый высокий холм в Каппадокии. То есть самый высокий. Первые находки на его территории относятся к эпохе неолита. Здесь также располагались анатолийские цивилизации. Вот, крепость Учхисар, несомненно, является одним из наиболее характерных замков Каппадокии, возможно, восходит к временам хеттов. Имеющиеся данные показывают, что крепость активно использовалась в римские и византийские периоды и является важным пунктом обороны против участившихся нападений, то есть в период арабских набегов. Вы знаете, что вот все эти, в принципе, в скалах домики, они были созданы людьми для того, чтобы прятаться от нападений. Да. Это, конечно, очень впечатляет и заинтриговывает. История, связанная с... Она очень длинная, и надо, конечно, этого времени события. Не хватит. Да, Аида, наша задача только как бы погрузить в атмосферу, а дальше гидом оставим их. Да, конечно. Конечно, у нас потом будет про экскурсии и про историю, это уже отдельная тема. Так, ну давайте ознакомимся с отелями этого региона. Так, оттуда, сразу скажу, что оттуда не видно, как поднимаются шары, но как они пролетают, видно. И очень хорошо видно. И вы смотрите из отелей этого региона на долины. На долины, которые природа и текстура земли, ну, это больше глина. Она очень интересная на самом деле. Она состоит из разных цветов. То есть ландшафт, он такой... Разноцветный. Разноцветный, да. Есть голубая, есть розовая, есть прям ярко-синяя с зеленым перемешку. То есть цвета, колорит такой, что ну, не верится, что такое что возможно на самом деле. Что кто-то покрасит. Да, Рокс отель. Вот этот отель, он небольшой, бутик-отель. В отеле 8 номеров, завтрак включен в стоимость. Имеется терраса, откуда открываются потрясающие виды. Шары прилетают очень близко. По желанию готовят завтраки с видом на шары. В Кызыл-Ваде, Ваде – это долина, есть вот здесь, смотрите, вот это вот место, и оно находится вот приблизительно вот здесь. Я надеюсь, что всем видно, я мышкой пытаюсь показать вам. Это долина, где отель устраивает завтраки. То есть в то время, когда поднимаются шары, вы можете наблюдать, это, знаете, рано утром происходит, это будет рассказывать гид потом отдельно, лицензионный историк, вы сможете завтракать и в то же время наблюдать, как поднимают шары. То есть это очень захватывает и интересно, опять же. Но завтраки делают для групп, то есть там определенное количество людей надо, необходимо. Опять же, конечно, это незабываемое оставляет впечатление. В долине, вот в таком месте делают завтраки. Очень красиво. Да. Если вы хотите, за дополнительную плату сделают завтрак в отеле, опять же, на территории отеля самого. На террасе. На террасе, да. Следующий отель – это Лале Сарай отель. В отеле 17 номеров, завтрак включен в стоимость, свой бассейн. В отеле имеются семейные номера, пещеры, в которых могут разместиться до 5 человек. Имеются террасы, откуда открываются потрясающие виды. Шары пролетают близко. То есть в каждом отеле я попыталась
главные моменты, главные какие-то важные на то, что наше внимание, человек, который проводил информационный тур по отелю, он mm-hmm. обращал внимание на эти mm-hmm. моменты, и я эти моменты вам рассказываю. То есть, уникальные преимущества каждого отеля. Да. Mm-hmm. Шары вот так здесь видны очень хорошо, как видите. Даже вот в такую погоду, обратите mm-hmm. внимание, то есть серая, даже да, вот в такую погоду тучи. Главное, чтобы не было ветра, шары поднимают. Вот. Отель находится на горе, то есть виды, и из-за этого виды очень впечатляют. Вот. И что еще могу сказать про этот отель? Опять же, отель, видите, что он находится, номера в форме пещер, но это построенный uh-huh. отель. Uh-huh. Это построенный отель, я вам скажу честно. Так, свой бассейн есть? Есть бассейн, обратите внимание. Следующий – это Ариана. Отель, очень красивый отель, очень. Мне очень понравился этот отель. Видите, какая у него территория, да, большая. Вот он находится. Но он не на горе. Да? Он тоже на возвышенности. Да, на возвышенности. И тоже потрясающие виды и на шары, и вообще очень красивые виды. И сам отель очень атмосферный. У него двухуровневые номера. Вот, угу. Коллеги, включите, пожалуйста, видео. Коллеги, видео, пожалуйста. Угу. Вот я снимала это двухуровневый. Можете посмотреть, как он выглядит. Вот такая красивая ванная комната. Да. Отлично. Со своими джакузи. Так, что по поводу этого отеля еще хотела сказать. В отеле дают номер, приносят номер фрукты, приносят шоколад, шампанское. Mm-hmm. То есть очень хорошо встречают. Такой высокого уровня. Да, да, да. Обслуживание можно, очень хорошее. Можно порекомендовать VIP-клиентам. Да, отель mm-hmm. очень хороший. Давайте почитаем, что я написала. В отеле 11 номеров. Завтрак включен в стоимость. Есть семейные, стандартные, делюкс и сюиты. Есть номер для молодоженов. Ну, почему для молодоженов я пишу в каждом отеле отдельно, упоминаю о молодоженах, потому что это тоже очень важный момент. И многие спрашивают, есть ли конференц-зал, например, комната для молодоженов. Вот, террасы, откуда открываются захватывающие виды на летающие шары. Эстетика присутствует во всем. Есть двухуровневые номера. Уборка проводится утром и вечером. В номерах шампанское, фрукты, вода и еще разные угощения. Зимой полы с подогревом. Очень хороший сервис. Есть конференц-зал на 20 человек. В скором времени планируется бассейн. И уже этим летом обустроят террасы в двух номерах джакузи. То есть террасы будут на террасы джакузи, будут джакузи. Да, с видом. Вы можете утром набрать себе ванну и лежать, пить шампанское. Да, и наблюдать за шарами. То есть это уже отдельный кайф. Мы сегодня прекрасно начали день. Да, да, да. Ну, это, с медитацией. Просто замечательно мы начали день, да. Очень красивый ресторан. Вот, отель очень хороший, в очень красивом месте, и у него очень много положительных качеств и моментов. Следующий отель – это Сельфи Кейв отель. Тоже очень хороший отель. Его можно продавать, это не виповский отель, у него хорошая цена, его можно продавать... Демократичный цен. Да-да-да, его можно, в общем, в большие массы, mm-hmm. можно так сказать, mm-hmm. да. Если, чтобы это не очень грубо звучало. Mm-hmm. В отеле 17 номеров, завтрак включен в стоимость, по желанию можно выбрать хавборд питания, то есть отель предоставляет
half-board выбор. Есть семейные, стандартные, делюкс и сюиты. Есть номер для молодоженов с камином и джакузи. Почти во всех номерах есть камины. Две террасы, откуда открываются виды на летающие шары. То есть, опять же, на летающие шары. Отель такой компактный. Территория не очень большая, но хорошая, опять же. Я проживала вот в этом номере. Это номер пещера. Он вот здесь вот, может быть, увидите, такая дверца есть. Дверей нет на самом деле. Ты просто спускаешься и ощущаешь себя, что на самом деле ты в пещере. Вот. И вот здесь вот такое окошко есть, откуда открывается вид на всю комнату. Интересный тоже такой отель. Заслуживает внимания. Верблюд вот воспроизвели так. Видите, везде да, террасы да, находятся. Да. Везде находятся террасы, и отовсюду видны шары, и можно сидеть, например, пить чай, кофе и наблюдать за шарами. Так, следующий регион – это Ургюб. Ургюб. Один из самых туристических, самых известных туристических поселков Каппадокии, где находятся знаменитые дымоходы фей. И есть дымоходы фей, которые, наверное, известны во всем мире, то есть их знают все. Уч Гюзеляр, то есть переводятся как «три красавицы». Вот они как раз на фотографии видны. Ежегодно Ургюб посещают миллионы туристов, а в его традиционных особняках снимаются многочисленные фильмы и телесериалы. Как и везде, в Каппадокии его центр полон красивых старинных каменных домов, сгруппированных вокруг центрального скального образования. В данном случае вокруг Темени Тепеси, холм Темени или гора Желаний. Ургюб является хорошей отправной точкой для посещения всех основных достопримечательностей Каппадокии, включая скальные церкви и подземные города. То есть, можно сказать, Ургюб – это как бы центральное, получается. Удачное место расположения. Да, 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 откуда можно очень близко добраться за короткое время до всех остальных регионов и также до экскурсий. Вот. А по ценам отели отличаются от города к городу или да, отличаются. Отличаются. Самые дорогие, наверное, в Гёреме. В Гёреме, и потом я вам покажу отель, да, Элика называется, мы до него дойдем. Это в другом регионе, да. Это просто потрясающий отель. Отдельная там три слайда подготовила. Хорошо. Тогда Ургюб. Да, сейчас Ургюб. Тоже очень красивые отели, и они вот в Ургюбе очень много отелей именно пещерного плана, то есть именно скального. Видите, да, как в скалах, в горе прям вот выдолблены эти домики, порода мягкая, она позволяет, позволяла, сейчас уже мало кто делает такие отели, конечно, порода мягкая и позволяла делать вот такие вот комнаты. В отеле 136 номеров, это очень большой отель, это самый большой в Каппадокии отель. Конференц-салон рассчитан на 500 человек, если с накрытыми столами, то на 250 человек. Настоящие номера – пещеры, то есть это настоящие, это не построенные номера. Завтрак – открытый буфет и ужин а-ля карты. А-ля карты не буду рассказывать, да, вы, наверное, все знаете. Королевские номера с теплыми бассейнами, сюиты все с джакузи. В некоторых номерах есть камины, террасы, откуда открываются виды очень красивые. Атмосферный отель, очень много антикварных вещей. То есть вот этот момент я для себя записала. Почему? Потому что я на самом деле была впечатлена тем, насколько много антикварных вещей. Отель просто как музей. Но это делает его уникальным. Да, да, да. Это на самом деле очень... Это берет. Это на самом деле как бы... Энергия впечатляет, да. Конечно. Юнак Эвлере, опять же, в слайды этого отеля. Смотрите, какие номера красивые.
Это посередине конференц-зал. Жаль, что нет возможности отдельным слайдом показать этот конференц-зал. Он очень большой. Во-первых, очень большой. И там проводят не только конференции, проводят и свадьбы тоже. Да. Хороший отель, красивый отель. Следующий отель – это «Рояль Кейф отель». В отеле 10 номеров, завтрак включен в стоимость, есть семейные, стандартные, сюит, пещеры. В некоторых номерах есть камин и джакузи. Виды очень красивые, город близко, можно пообедать и прогуляться в городе. Шары пролетают мимо. Почему я написала «Пафос»? То есть очень пафосный отель на самом деле. Ну, это то есть для таких современных, модных, стильных, да? А, кто любит много золота, например, кто любит вот именно пафос. То есть если такие туристы у вас есть, то можете смело отправлять в этот отель. Туристы у нас есть разные. Да, ну, у всех же разные предпочтения. Конечно. Так что этот отель для них. Это бутик-отель, опять же, очень такой семейный, небольшой, управляет семья этим отелем. И этот отель Ivantia Cave Suite, он рассчитан на 21 номер, он, ну, номера большие, несмотря на то, что большие, но он все равно такой компактный и не рассчитан на огромное количество людей. В отеле 21 номер, завтрак включен в стоимость, есть семейные, стандартные, делюкс и сюиты. Есть номер с камином, джакузи и хамамом, есть номера. Отель чистый, аккуратный, просторные номера, есть двухуровневый лофт. Вот, вы его видите. Очень, опять же, ну, построены, но, опять же, пещерные номера, но они построены. Опять же, видите, какие просторные номера, то есть нет ощущения, что ты гном. Так. Следующий отель – это Мелис Кейв отель. Он не на возвышенности, он находится на равнине. В отеле 40 номеров. Завтрак и ужин включены в стоимость, а-ля карты и буфет обслуживания. Есть стандартные, небольшие и сюиты. Комнаты, которые не рассчитаны на нестандартные, они очень большие, то есть они прям огромные, вы видите, улучшенные, да? Да, да, да. Это сюиты. Есть номера с камином и джакузи. Шары видно с трех террас. Уточняет отель, что с трех террас видны шары. Видите, да, насколько и бассейн у них, зеленая территория, бассейн большой. Есть кто, например, ему важно туристу, чтобы был бассейн, так, ну, вот летом, этот отель, летом, он именно, наверное, с бассейном. Да, конечно. Да, территория большая, летом все столы выносят на улицу и организуют ресторан на улице. То есть вот такой вот отель. Таш-сарай отель. В отеле 180 номеров, завтрак и ужин включены в стоимость, допустимо, все включено, то есть можно по выбору. Ресторан большой, на 250 человек, есть семейные, стандартные номера, спа, хамам и сауна. Опять же, отель с бассейном. Вот этот отель, он больше похож на побережный. Да, заметили, обычный, наверное, туристический, да? Да, да, наверное, да, откуда да. Хорошо выезжать. Да, вот как раз-таки вот в таком отеле люди практически все, они недолго не задерживаются, все берут вот этот отель именно для того, чтобы ездить целыми днями по экскурсиям. Переночевал и поехал. Жанет отель. Это тоже отель, с которым мы очень плотно работаем и очень много продаем. В отеле 36 номеров. Завтрак и ужин включены в стоимость. Опять же, городского типа такой отель. Больше похож на побережный отель, к которым привыкли в Турции, вернее, в России продавать побережье.
Вот, и отель вот такой вот. Ну, современный. Да, красивый. Современный такой отель с большим рестораном, с холлом. То есть... А рядом с отелем есть магазинчики, ресторанчики? Вот от этого отеля надо на такси или долго идти пешком. Лучше такси вызвать и доехать до города. А, то есть он еще и не в городе? Ну, как бы в городе, в черте, но лучше на машине добираться, да. На такси или на транспорте общественном. Так, вот и Signature Garden отель. В отеле 178 номеров, завтрак и ужин включены в стоимость. Ресторан большой, на 250 человек рассчитан. Есть семейные, стандартные номера, спа, хамам и сауна. Отель, опять же, городского типа, вы видите, это уже другого совсем... Да, это не бутиковый отель, это совсем, обычный отель. Да, но эти отели очень хорошо продаются. Потому что он такой релакс, то есть совместить. Ну, опять же, отдых. С бассейном, да, то есть кому важен кому бассейн. Важно, да. Провести время частью бассейна и попутешествовать, а для кого-то проникнуться вот историей, окунуться в самое... Ресторан. Большой, да, большой, хороший и, как привычно для всех, кто продает Турцию, знают и кто большой был, видели, стол. Да, шведский стол, да, к которому привыкли все. Но надо отвыкать на самом деле, надо разнообразие, чтобы было. Вот Каппадокия привнесет. Да, Каппадокия привнесет. Смотрите, следующий слайд у нас это Ортахисар, это другой регион, который находится тоже рядом, недалеко, они все находятся недалеко друг от друга. Название Ортахисар означает «средняя крепость», находится между Ургюпом, Гюреме и Учхисар, то есть он практически там между ними всеми. Главной достопримечательностью является крепость времен хеттов, сделанная в скальном формировании. Кроме крепости есть множество церквей, часовен и монастырей, старых домов и мечетей, которые можно увидеть. Также практически на протяжении всей долины прямо в скале сделано около 600-700 хранилищ для овощей. Эта долина вообще славится своими рощами лимонами, лимонные рощи. То есть там очень много лимонов выращивают, и потом, как я сказала, хранилище для лимонов создают, и где вот они потом оттуда продают по всей Турции, развозят по всей Турции и продают не только лимоны, но и остальные овощи. Ну, в последнее время там очень много стало открываться бутик-отелей, и сейчас уже, опять же, Ортахисар практически на уровне Гёреме и Учхисар также можно рассматривать как основной регион курортный. Вот. И люкс-отели тоже есть. Ортахисар занял свое место в туризме в Каппадокии, да, один из важных регионов. Также есть достаточное количество кафе, баров и ресторанов для посещающих это место туристов. Так, вот, видео, пожалуйста, включите, коллеги. Да. Сначала вся жизнь была в пещерных домах. Да, вот. Здесь жили люди. Да, и потом перед пещерных домов начали строить каменные дома. Вот видишь, здесь снизу. Да. И вот это продолжило всегда. То есть... Вот мне как раз наш гид лицензионный рассказывал о том, что вот в этих вот, видите, пещерах, в скале везде жили люди. То есть везде жили люди. Это, конечно, очень... Да, впечатляет. Впечатляет, да. Не представляю. А сейчас туристы. Мы жили, да. Сейчас туристы. Сейчас в отелях, которые... Да, вот здесь вот видно отели, которые сделаны в скале, живут туристы, да.
Люди, конечно же, уже простые горожане, уже не живут в скалах. Да. Они переехали в другие, конечно, места. Фасил Кейв отель. В отеле 20 номеров, завтрак, буфет, ужин а-ля карты, ресторан включены в стоимость. Два королевских номера. Есть в номере стол для массажа. То есть все, лишь бы вам было комфортно, удобно и замечательно. Есть семейные, стандартные, делюкс и сюиты. Номера пещеры. Есть номер для молодоженов. Почти во всех номерах есть камины и джакузи. Террасы, откуда открываются интересные виды. Очень хороший сервис. До города можно доехать на такси. То есть отсюда, вот шанс я уточнила, есть, но они видны издалека, да, далеко надо на террасу подниматься, чтобы увидеть, как летят шары. Но этот регион и эти отели, они опять же своим колоритом, то есть не ваше уступают. Внимание забирают, да, и не уступают нисколечки, конечно. Вот опять же этот отель, я хотела вам показать, насколько красивые номера, номера пещеры, это настоящие пещеры, видите, да? Угу. Очень красиво, да. Современно. Вот стол для массажа, да. То есть в номере есть стол для массажа. Следующий отель – это Элика. Это тот отель, о котором я вам говорила, что он, конечно, потрясает вообще. Это очень красивый отель, все сделано, каждый уголок в этом отеле продуман до мелочей. В этом отеле прожить несколько дней, это насладиться можно не только экскурсиями, но и вот именно проживанием. То есть, понимаете, этот отель, он полностью погружает вас в атмосферу Каппадокии. Вы в этом отеле понимаете все. Вы понимаете, куда вы приехали и что вы хотели получить именно от Каппадокии. Он похож на сказочный дворец. Да, смотрите, из нескольких зданий состоит сам отель. И в этом регионе, там очень близко до города, можно пешком спуститься, можно на нескольких площадках, террасах, сидеть, наблюдать, как летают шары, и спокойно посещать все эти площадки. Почему? Потому что этот отель имеет имеет свои площадки для посещения. То есть это важно, это на самом деле очень важно. В отеле 35 номеров, 8 разновидностей номеров, одна вилла есть. Завтрак а-ля карты, ужин а-ля карты, питание по бронированию. Ей можно выбрать хавборд, можно биби выбрать, то есть это уже на выбор. В отеле настолько интересный интерьер, что можно с первых минут нахождения в отеле сразу проникнуться атмосферой всей Каппадокии, в одном месте прочувствовать все это. Почти во всех номерах есть камины и джакузи. Вилли я вам покажу потом слайд, из краника льется вино. Да, спа очень красивое, конечно, и функциональное, многофункциональное спа, получили множество наград. То есть терраса, это такой VIP отель? Да, это VIP отель, да. Терраса, откуда открываются очень красивые виды, захватывающие. Шикарный отель с отличным сервисом, в городе можно находиться на многих террасах. Вот я этот момент уточнила. Ну, вот такой отель, конечно. Это конференц-зал. Это в номере находится в делюксе, вот свой бассейн. Опять же, смотрите, какая комната и потолок, бассейн, видите, да? Да, просто. Это ресторан, это спа. Это спа. Вот такие номера. Да, уникальные, конечно. Очень-очень красивые, очень. И следующий отель – это мини-кейв-отель.
В отеле 31 номер, 6 разных зданий, завтрак, буфет, ужин, а-ля карты включены в стоимость. Мини-макет есть Каппадокии в отеле, я вам потом покажу. Потом, что у него в нем еще есть. А, вот, автобусы подъезжают к отелю. То есть отель указал, что автобусы подъезжают прямо к отелю. Да, это удобно, когда да, взрослые да, люди, да, старшего поколения, да, или ну, с маленькими детишками, да, да, конечно. Да. Номера пещеры настоящие. Номер с бассейном есть. Почти во всех номерах есть каминный джакузи. Террасы открываются откуда, красивые виды. Угу. Такой, видите, колоритный и отель с интересным, мне кажется, абсолютно интересным дизайном. Тут немножко боха присутствует, ну, то есть красивый такой отельчик интересный. Вот. Ну, с отелями мы закончили. Валерия, может быть, да, вы хотите прекрасно что-то добавить? А так как нет звездности, то каким образом мы можем дифференцировать для наших клиентов? Стоимость, она будет отражать уровень да, отеля? Да, стоимость, конечно, отражает уровень отеля. Вы увидите на сайте, сами поймете, как отражают цены. Потому что мы привыкли, да, в Турции, о, есть 5 лакшери, есть 5, да, 4. Да, да, да. Здесь в Каппадокии посложнее да, с этим здесь вопросом, поэтому дифференцируем на основании вашего опыта, да, тех оценок, которые вы как специалисты поставили этим отелям, да, и, конечно, цена. То есть есть спрос на этот отель, значит, этот отель высокого уровня, да, и отвечает да, всем требованиям наших любимых клиентов. Запросов да, туристов. Да, да. Да. Прекрасно. И, коллеги, да, обращаем внимание на то, что есть отели, к которым может подъехать транспорт, да, а есть отели, до которых нужно подниматься по лестнице. Это очень важно, когда мы отправляем в путешествие пожилых людей или с маленькими детишками. С колясками. Да, потому что с коляской потом по горам не набегаешься. Поэтому этот момент необходимо учитывать при да, формировании тура для ваших клиентов. Ну, все отели, во всяком случае, атмосферные, уникальные. Да. И категория ценовая разная. Да, в каждом отеле хочется пожить, прочувствовать. Да. И основная фишка, по какому принципу мы еще выбираем отель. Кому-то нужен будет бассейн, да, например, летом люди приехали на 2-3 ночи. Можно да, остановиться в Каппадокии, море потом будет море, потому что до моря можно долететь. Вот, или доехать уж в крайнем случае, если не хотят перелет. И, конечно же, это виды на долины, на те пейзажные места, откуда поднимаются шары, пролетают и так далее. Да, вот, наверное, ключевые моменты, да, на что мы обращаем внимание при выборе того или иного отеля. Прекрасно. Нет, Валерия, я хочу добавить один момент. Во-первых, не всегда, конечно, ну, море обязательно, да. Я согласна, что для многих море это очень важно, потому что ну, мы знаем московскую погоду. И нам не хватает солнца. Не хватает солнца, не хватает моря. Но, опять же, надо видеть другие стороны Турции. То есть Турция, она многолика. Однозначно. Есть вот такие вот регионы, где очень мало российских туристов было. То есть это очень важно. Надо не только на море сидеть, надо и совсем другие регионы посещать. И я очень советую посетить Каппадокию. Очень. Конечно, кто не видел Каппадокию, тот не видел Турцию. Можно так сказать. Это на самом деле так. Турция – это не только побережье, да, Анталийское, Эгейское. Турция – это уникальное всемирное наследие. Да. Вот, поэтому нужно путешествовать. Да. Так, мы добрались до самого интересного, и это, конечно же, экскурсии. Угу. Лучше всего об экскурсиях и самую, как можно сказать,
первую и важную информацию. И, конечно же, вся информация будет лучше передана человеком, который знает и непосредственно имеет в этом участие. То есть это лицензионный гид-историк, который проводит экскурсии в Каппадокии. Сейчас он подключится к нам. Его зовут Сеско Ниязиолу. Вот, он сейчас к нам подключится, и мы узнаем все об экскурсиях в Каппадокии. Коллеги, пожалуйста, подключайте. Всем теплый привет. Привет. Здравствуйте, здравствуйте. Мы рады видеть вас в Москве на вебинаре, который транслируется на всю Россию. И из первых уст рады услышать информацию об этом удивительном месте, которое называется Каппадокия, о котором мы не так много знаем. И вы, наверное, нам поведаете самые секретные формулы посещения Каппадокии. Ну, я постараюсь вкратце именно подчеркнуть, какая у нас программа присутствует, начиная еще с первого дня. По приезду присутствует полуденная экскурсия, которая включена в посещение именно крайней башни, так называемый Лучисар. Потом посещение будет две панорамы, после этого обед. Обед, он за отдельную плату, но достаточно приятное, красивое место, достаточно и вкусное, именно питание есть. После этого будет посещение Аванос. Аванос, именно где находится или где протекает та река, которая является самой длинной в Турции, Красная река или Кызылэрмак. Цель у нас какая? По мировом стандарте все 14.00 или после 14.00 всегда становится или всегда присутствует заселение, чтобы наши гости не находились и не ждали в ресепшене. Гораздо более приятнее, гораздо более, и, мне кажется, и опознавательнее является эта полуденная экскурсия. После ее постепенно уже начинается и заселение по отелям. Конечно, Каппадокия достаточно впечатляет с точки зрения своей природной красоты, но с точки зрения своей истории, тоже очень важное место занимает, можно сказать. На следующий день у нас присутствует экскурсия, которая называется именно «Сказочные Каппадокии» или старые наименования «Гёреме». Но хочу подчеркнуть, что «Гёреме» не является только посещение именно в самом или близко именно в этом городе. Почему? Потому что «Гёреме» является, можно сказать, и сердце Каппадокии. С точки зрения чего? С точки зрения того, что там находится национальный парк, там находится музей под открытым небом, который составляет, на самом деле, 8 церков, скальные и 2 монастыря. С одной стороны, с точки зрения и религии, очень важное место занимает, поэтому и такие у нас посещения присутствуют. Кроме этого, диаметр, можно так обобщить, диаметр каждой экскурсии в порядке между 25-30 километров. Мы стараемся не только именно то, которое связано с историей, а то, которое связано гораздо больше с природной красотой, чтобы увидеть все эти великолепные долины, каньоны. Почему? Потому что это достаточно гораздо больше, мне кажется, и впечатляет. Поэтому, кроме национального музея под открытым небом, национального парка, кроме именно Пашабалыры, или так называемые виноградники Паши, цель, чтобы наши гости имели первое представление, как все это образовалось, как все это на самом деле создалось со стороны рукой природы. Конечно, кроме этого, обед присутствует тоже сказочный, очень приятное местечко Челущин, так называемый, в котором мы проводим время. Все обеды, они за отдельную плату, то, как желает, на самом деле, он и решает, что он хочет и где он может перекусить. Но свободное время – это достаточно очень важный нюанс. Почему? Потому что после настолько очень много впечатления, после настолько очень много ощущений, информации, то на самом деле нужно немножко отдохнуть. После обеда посещение именно те долины, которые упоминал, те каньоны. И заключительно
И включительно, можно сказать, что присутствует и искусство продолжается почти до 17:00. Вот так можно обобщить. Или с одной стороны историю, с другой стороны религии, с третьей стороны на самом деле достопримечательность, природную красоту, которую мы стараемся увидеть. Второй день, Каймаклы называется, экскурсия Каймаклы. Почему? Потому что самое главное посещение, оно заключается в посещении подземного города. Такие подземные города достаточно очень много, но только несколько соумели отреставрировать с точки зрения посещения. Или с точки зрения осмотра Каймаклы и Деринкую. Ну, Каймаклы гораздо более, так сказать, удобно для всех наших гостей. Почему? Потому что мы опускаемся внизу, и гораздо более большая территориальная площадь имеет. Но удобно с точки зрения того, что опускаясь внизу, то это достаточно удобнее, потому что разные возрасты присутствуют в наших гостей. Каймаклы – один из самых-самых, можно сказать, популярных подземных городов, которые присутствуют в нашей стране, особенно в район Каппадокии. Приблизительно 5-6 этажей опускаемся, потому что 5-6 этажей под землей, имеется в виду. Извините, 5-6 я прерву сейчас. Прерву. Вот я как раз вывела на слайд, на экран. Вот вы можете увидеть на слайде, в каком виде находится Каймаклы. То есть фотография показывает, как низко уходит под землю, насколько этажей уходит под землю этот город. Конечно, Каймаклы с точки зрения именно внутренний уют, пусто скажем, все достаточно, на самом деле, оно естественное. Благодарение, конечно, туфа, имеется в виду та порода скалы, которая присутствует почти 80% района Каппадокии, благодарение туфа, благодарение этой породы, на самом деле, вся эта красота сформировалась. Насколько я смотрел и презентацию, первые нюансы, которые были связаны с природным явлением, именно о создании Каппадокии, довело до такой красивой, можно сказать, и сказочное место, которое с сегодняшнего дня предлагается на осмотр. Конечно, кроме подземного города, который занимает очень важное место, опять мы сочетаем всегда программу, стараемся сочетать с панорамой. Посещение Ургют, посещение Ортахисар, это второй день, имеется в виду, вторая экскурсия, я имею в виду. И, конечно, Мустафа-паша. Мустафа-паша – это древняя стена СУС. Можно сказать, что очень большое преимущество времени, почти до Первой мировой войны, население составляли греческое и, конечно, македонское население присутствовало. Гораздо больше именно они были, гораздо меньше было турецкое население. Но потом уже после 1924-1925 года, после создания Турецкой республики, существенные изменения. Сегодняшнего дня, я просто не хочу вас оттягчать с подробностей, но сегодняшнего дня именно в этой деревне сохранилась церковь с 19 века, посвящение у нас присутствует, именно которая была построена в честь святого Константина и Елены. Достаточно приятное местечко, в которое можно уединиться, в которое можно провести время. Именно там мы и даем свободное время, чтобы наши гости прогулялись, чтобы наши гости ощутили на самом деле это достаточно приятная атмосфера, которая присутствует. Кроме этого, именно посещение Ортахисар. Ортахисар – это средняя башня, которая именно у вас была, насколько я вспоминаю, были именно слайды с отелях, которые присутствуют именно в этой последней пункте, или в этого маленького города, которого городка, который на самом деле возможно увидеть. Там тоже достаточно очень приятно. С этим мы и заканчиваем. Или каждая экскурсия 9:15 максимально начинается, и в 17:15 она заканчивается. Или каждый день, начиная после приезда, после дня приезда, второй, третий день, именно эта экскурсия, которую я подчеркнул, максимально каждый день между 50-60 километров именно присутствует у нас маршрут, который мы стараемся провести. Или, как говорила и Аида, то, которое присутствует с точки зрения красоты, они находятся на 12, на 15, только Каймаклы, подземный город, на 25-27 километров именно с те населенные пункты, где находится отели. Вот так можно на самом деле обобщить. Кроме этих главных, две основные экскурсии, которые я рассказал,
Кроме этого, присутствует турецкая вечерь или каппадокийская вечерь, так называемая, которая за единую плату предлагается. Достаточно сказочная, можно сказать, атмосфера. Почему? Потому что Турция, сегодняшняя Турция, она составляет именно все этнические группы, которые достаточно очень большой промежуток времени находились здесь. Или турецкий народ, он заимствовал с течением времени с их культуры. И так появилось этот великолепный, можно сказать, богатый фолклор, который до сегодняшнего дня занимает очень важное место. Именно на это великолепное представление, специальное заведение, где проводятся турецкие вечера, это не просто какой-то там простой ресторан, нет, специальное заведение. Именно там продолжение 2 часа, фолклорная программа продолжается, и наши гости имеют возможность на самом деле в течение времени понять, какой богатый фолклор присутствует в нашей стране, благодаря те этнические группы, которые и до сегодняшнего дня живут именно вместе с нами. Кроме экскурсии именно турецкий вечер или каппадокийский вечер, присутствует джип-сафари. Джип-сафари, можно сказать, те, которые летают на шару, они все это сверху видят. Но те, которые хотят прикоснуться, те, которые хотят все это ощутить близко, то на самом деле я всегда рекомендую, чтобы участвовали именно в этой экскурсии. Почему? Потому что приблизительно 5 долин и несколько каньонов, на самом деле, посещается. Достаточно, можно сказать, адреналин. Достаточно, мне кажется, и очень большая экзотика присутствует. Почему? Потому что все это близко. На самом деле есть возможности увидеть. 2 часа она продолжается или утром на рассвет или на закат солнца всегда, на самом деле, предлагается. Почему? Потому что утром, когда у вас именно всходит солнце, и вечером, когда закат идет, самая-самая лучшая фотография, самая-самая, на самом деле, и лучшее ощущение, можно сказать. И последнее, конная езда, которую я чаще, можно сказать, подчеркиваю. Почему? Потому что старое наименование Каппадокии, оно достаточно очень много заимствует именно символом еще во время персидского периода, потому что можно сказать, что первые именно данные, первая информация, которая идет письменно, это идет речь о 2500 лет назад, наименование приводилось как страна самых красивых лошадей или родина красивых лошадей сегодняшнего дня. И до сегодняшнего дня символ Каппадокии тоже самое одинаковое. Поэтому на самом деле конная езда предпочитается тому же любители опять на рассвет и на закат солнца. Вот так можно обобщить вкратце именно та программа, которая на самом деле присутствует 3 ночей, 4 дня или 4 ночей, 5 дней именно в тот промежуток времени, который будет приходить наши гости. Какие-то вопросы есть? Кстати, про шары немножко. Про шары. Во-первых, данные, статистика. Да. Да, да, да. Да, слушаю. Да, да, прошу, извините, перебила. Шары всегда на рассвет солнца, именно имеется в виду утром. Почему? Нюансы есть очень много, которые связаны с амплитудой. Сейчас не хочу пускаться в подробности. Но всегда это утром. Максимально 800 метров, 1000 метров над уровнем моря летят. Приблизительно диаметр 6-7 километров, или где находится сердце в Каппадокии. Поэтому вы правильно сказали, что большинство времени они взлетают именно с Гереме. Но когда бывают разные ситуации, зависимость погоды, время, то редкие исключения из других мест. Но 99% это всегда Гереме. Конечно, почти 20-25 минут подготавливают к полету. Приблизительно между 9-12 человек работает. Все это на пропан-бутан, газом. Постепенно все это подготавливают. С точки зрения контроля, с точки зрения именно безопасности. Все на самом высоком уровне. Почему? Потому что они находятся под контролем именно государства. Имеется в виду авиационные службы. И авиационная служба, если решает, что это возможно летать, это да. Ну, если она решает, что есть даже маленькие риски, если присутствует, то без никаких компромиссов этот полет именно отказать. На следующий день, если возможность иметь гостей, и
это продолжается для того, чтобы процессы на гостей. Конечно, шаров 800-900 метров, 1000 метров, это достаточно высокая, на самом деле, большая высота, но в определенные периоды они опускаются, в определенные периоды поднимаются. Даже некоторые достаточно, ну, есть такие пилоты, которые хотят продемонстрировать свои умения. Я пару раз участвовал на таких именно полетах. Когда мы опускались на 35-40 метров, достаточно узкий каньон, ну, это тоже очень такое интересное ощущение, незабываемое. Я примерно не забыл в своей жизни, не забуду до конца своей жизни. Но достаточно, что очень сильно мне впечатлило это. Независимо, что очень много раз я летал. По поводу шаров, 2 часа приблизительно, час они летают, 25 минут, если мы будем считать времени подготовку, и еще 20-25 минут, когда они приземляются, 2 часа, трансфер туда-обратно с точки зрения отеля, расстояние отеля, это 2 часа 15 минут, 2 часа 20 минут максимально. Или настолько времени отнимает именно полет, если возможно обобщить. Я думаю, что достаточно по поводу полета. Да, спасибо большое, спасибо. Да, по поводу джип-сафари, я сама... принимала участие, каталась, получила огромный адреналин, всплеск адреналина, выброс адреналина был просто великим, наверное, за всю мою жизнь. Ну, там достаточно экстрим присутствует. Да. Ну, это делается как? Это с точки зрения желания гостей. Конечно, некоторые гостей гораздо более релаксичны хотят, но есть гостей, которые на самом деле предпочитают именно вот этого адреналина. И, конечно, под влиянием этого адреналина можно сказать, что незабываемое ощущение. Я тоже в этом году, в феврале был за последний раз. Снег, с одной стороны, тоже такая, вообще такая интересная экзотика была. Снег, с одной стороны, шел, с другой стороны, мы покатались по эти каньоны, по эти долины, котловины. И, на самом деле, очень много у меня вспоминания остались. Или не только летом, оказывается, и зимой. Просто я зимой за первый раз попал под снегу во время именно этой экскурсии, и мне это очень сильно понравилось и впечатлило. Вот так могу я поделиться с точки зрения именно джип-сафари. Спасибо большое. Да, спасибо. Вы видите, что наши туристы будут в хороших руках. У нас очень хорошо по-русски говорящие гиды, как вы видите и слышите сами. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо. Вам спасибо. Вам спасибо. Наши желаю вам приятной и надежных рук. Мы в этом уверены. Спасибо. Удачи вам желаю. Спасибо. Я вывела на экран встречающую сторону Anchwood Travel Tour. Как раз-таки они будут с этой табличкой встречать и обслуживать. И я думаю, что туристы останутся довольны. Как видите, конечно. Гиды у нас просто замечательные. Конечно, отлично. Вот. Ну и мы уже вынуждены с вами попрощаться. Всю информацию вы можете спрашивать и смотреть на сайте «Спектрума». И программы туров тоже. Коллеги, спасибо, Аида, большое и вашим коллегам из Турции, которые к нам подключились. Мы совершили незабываемое, увлекательное путешествие в сказочный мир Каппадокии. Мы с вами полетали на шарах, пожили в этих потрясающих аутентичных отелях, покатались на джипах и зимой, и летом. И оказались просто свидетелями этого чуда. Чудо, которое находится в нашей любимой Турции. Поэтому, коллеги, призываю вас знакомить наших дорогих туристов с этим уникальным местом и говорить, что Турция – это не только море, это еще уникальная природа тех мест, где мы сегодня с вами побывали. Вот. Спасибо вам, Валерия. Спасибо вам, что вы подключились. Да, и спасибо, послушали. Коллеги. Да, встреч. Я надеюсь, было конструктивно и интересно. Конечно, конечно, безусловно. Спасибо. До встречи, коллеги, в Каппадокии. Всем пока. Спасибо. Удачной работы и бронирования. Да. Спасибо. Спасибо.